Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы заменим термопленку на Xerox Canon ER2018 или ER2016, это одно и то самое, в принципе, похожие. Ошибочка у нас возникла инициализации, ошибка, системная ошибка E007. Это значит, что порванная пленка, ее нужно заменить. Значит, начинаем разборочку. Откручиваем все и снимаем блок, термоблок весь. Чуть-чуть такой бик по-другому. Может быть, что надо и без звука, а может и звук. Я пойду. Все, пишу. Нужно снять завесы, чтобы поднять эту вот дверцу. Вот так. После чего будем откручивать термоблок. Вот печку. Печку. Саму печку. Включаем печку. Включаем. Откручиваем болтики. Тянем печку. Вытянули печку.
Сейчас будем разбирать ее. Вот у нас термопленка сместилась. Вот у нас сместилась термопленка. И датчик не видит белой метки. Будем разбирать печку. Откручиваем держатели. Thank you.
Вот, добрались до термопленки. Вот ее сложила. Вот ее сложила. И пленка ушла. Вытягиваем печку. Освободили. Вот наша печка. Элемент с пленкой. Вот белая метка. Она сместилась из башмака, и ее не видит тапочка.
Вот это заряда. Откручиваем контакты, чтобы не мешали. Для снятия термопленки. Все освободили, снимаем пленочку. Да, сняли пленку. Снимаем пленку. Сейчас будем термопасту на нагревательный элемент. Очищаем старую термопасту. Старую термопасту снимаем на нагревательном элементе и ложим новую. Специальная термопаста. Ровным слоем ложим пасту.
всей длине нагревательного элемента. Берем новую термопленку и аккуратно одеваем, чтобы не повредить. Ставим на место башмаки.
контакты на место. Вот. Прикручиваем контакт. Откручиваем заклепку. Оказалось, я неправильно положили пленку. Снимаем обратно. Белая метка должна быть с этой стороны. Открываем по новому. Надеваем термопленку.
ставим на место. Башмак. Ставим на место печку. Thank you.
засовываем на место контакты датчика. Ставлю на место. Собираем. Откручиваем плечики. Вот.
контакт поставили. И собираем печку. Пружину зажима, жима термопленки. Включаем другую сторону. На место крышку. Выкручиваем крышку защитную с роликом. Второй винтик на место. Пружину прижимаю. Закручиваем. Ставим на место контакты.
сварочку. Готово. Продолжаем сборку. Цепляем держатель и ставим на принтер печку в сборе. Готово. Можно ставить обратно на принтер. Аккуратно. После замены ошибка Е07 должна исчезнуть. Вот. Прикручиваем на место. Закручиваем болтики. Ставим на место контакты. Ставим крышечку. Вот. На место эти контакты. Ставим на место контакты.